Ну, не буду скромничать, наше Тюменское региональное отделение Бессмертного ПК России проводит очередную достойную акцию. Называется она «Бессмертный полк. Освобождение Киева». Все вы знаете, что 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 80-летие освобождения Киева будет проходить, отмечаться по всей стране, по всей России. Митинги, говорим хорошие слова, слова благодарности, честь наших победителей. Но только наше движение «Бессмертный полк» проводит, «Бессмертный полк России» проводит, не просто хорошие слова говорим, а с фотографиями именно освободителей Киева в этот день.